Вопрос, который мы получили, я израильтянин, но не хочу чувствовать себя особенным. Я хочу быть таким, как все, хочу чувствовать себя, как любой другой из других народов. Как мне это сделать? Ты не можешь быть таким, как все остальные в народах мира, потому что ты израильтянин. Ты хуже остальных. Весь тот кризис, который происходит, все зло в мире, оно благодаря тебе. Тебе нужно исправить себя, и уже зло в мире поутихнет, и тогда помочь остальным тоже прийти к состоянию баланса и добра, стать светом для народов мира, как написано.